Ребят, всем привет. Очень скоро начнем. А пока продолжаем наслаждаться музыкой и немножечко еще подождем, ребят. И давайте, наверное, то же самое продолжим. Подождите, ребята, еще немножко.
Ну что, ребят, начинаем начинать или начинаем продолжать? Ну что, давайте вот пойдем вперед и посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, ребят, основной вопрос нашего сегодняшнего стрима, честно говоря, я его не очень помню, но давайте посмотрим, что там у нас за вопрос. Итак, вопросом звучит: какого черта один в поле не воин, и почему из 15 игроков один ни черта не сможет сделать? Вот если, допустим, 15 человек, там 14 человек сидят непосредственно у себя где-то в кустах, на базе, а один пытается что-то сделать, конечно же, ничего он не сделает, даже если он сидит на самом крутом танке. Проверяю звук. Да, вроде что-то там со звуком есть такое непонятное. Ну что, ребят, я предлагаю начать и посмотреть ситуации различные, которые у нас происходят в нашей игре, где, к сожалению, никто не поддерживает, ну, в большей части, никто не поддерживает наших игроков, и это на самом деле очень большая проблема. Есть еще такие товарищи-статисты, так называемые, в кавычках, да, которые, ну, по большому счету, также не заботятся вообще, в принципе, о команде, только о собственной шкуре. Вот, и никакого отношения к командному бою у них как бы нет. Вы им нужны только для того, чтобы иметь урон на вашем засвете, а вам приходится, я не знаю, бегать, прыгать туда-сюда, как истерика, для того, чтобы засветить кого-то, чтобы какой-то чертов статист начал на вас наворачивать. Ну и бывает такое, когда статиста в принципе вообще нет, бывает просто команда, которая, ну, соответственно, никоим образом, я не знаю, то ли им впадло ехать вперед, то ли неинтересно, то ли еще что-то. Вот, в общем, получается такая штука, что, в общем, все сидят на базе, и это, конечно, очень проблематично. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Очень хочется поехать вперед, но, наверное, мы этой ошибки делать не будем. Поедем сейчас вот в эти кустики просто. Дело в том, что действительно очень хочется поехать туда, но с нашей базы, вот с этой базы, где я нахожусь, ну, особого толку туда ехать не имеет, потому как мы, если даже залезем вот на самую высокую точку этой позиции, ну, ничего особо не изменится. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Кого-то мы можем здесь засветить? Ну, по всей вероятности, нет. Ну, давайте попробуем. Итак, ну вот мы видим, что туда поехал 12-й. И еще один хочет поехать. А, Т-37. Мы такие маленькие, короче, что нас даже вот, мы не можем вылезти даже из-под этого гигантского. Кто у нас тут? 48-й. Ну что, остается мне посмотреть, в каком качестве раздается наша игра, в каком качестве все это происходит. Не могу я никуда особо ехать, да и нет никакого желания заниматься этим. Тем более на нашем маленьком танчике. Сейчас я сделаю ход конем и послушаю через наушники, уже посмотрю, как там у нас дела со звуком. И так далее. А вот Hellcat абсолютно неадекватная личность, тут понятно. Призывает на себя вражеский свет, а будут стрелять по нему, попадут-то по любасу, по мне. Но нужно думать головой, но вот головой у нас... Ау, мало кто думает вообще. Что я промазал как-то даже. Некрасиво промазал. Неприятно. Это стоковый товар. Можно еще попробовать? Нет? Вот так, сейчас посмотрим, что у нас тут по звуку. Так, вроде музончик там идет, да? Вроде музончик у нас немножечко слышен. Да, но, правда, тут все очень громко. Надо немножечко прибавить
громкости. Вот так я сделал. Это 100 кубы дома. Это 100 кубы дома. Так, ну что, рвем, раз тут такая шняга, давайте посмотрим, что к чему. И немножечко, может быть, как-то нам надо где-то постоять. Вот чуточку. Итак, 3485 стоит. Наших тут мочат. Так, ну я думаю, что с музыкой все путем. Если что, пишите, говорите о том, что с музыкой что-то не так. Ну, с громкостью, во всяком случае. Я пока стою. Ребят, всем привет, не забывайте здороваться. Так и напишу, всем привет, не забывайте здороваться. Давай, сколько. Ну, собственно говоря, вот так вот у нас и происходит. И давайте будем посмотреть, что дальше. Итак, там опять Hellcat какой-то невменяемый. Но на самом деле мы в топе находимся. И по большому счету, конечно, можно было уже срубить тут кабачки. Ну, давайте посмотрим, что к чему на самом деле у нас. Вот он, нехороший товарищ, да? Ну давайте прокатимся трошки и глянем, что к чему. Итак, здесь где-то у нас должны быть две арты, и прямо к ним мы, собственно говоря, в лапы и лезем. Едем прямо к ним в лапы. Сейчас проезжаем по территории захвата базы. И вот оно, злодейство. Опа! А вражин-то нет, ребят. А где же они? А вот он один. И еще. А еще. А смотрите, куда смотрит другой. Вообще не туда смотрит. Он сваливает, пытается свалить отсюда. Немножечко надо, чтобы он постоял, потому как у меня тут проблемки. Есть проблемки. Ну хотя, я не знаю, если по-человечески, может быть, надо было его дернуть вот таким образом просто. О! Да, что-то я протупил немножечко. И давайте попробуем проехать уже непосредственно в дырку. В дырку опоздал, значит, нужно ехать непосредственно уже вот к ИСу третьему, потому что последний танк, 60 очков у него остается. Ну, конечно, я не успею, его заберут уже без меня. Немножко настрелял, немножко насветил, но, в общем, такой себе бой. Примерно одинаковое количество настрела из-за света. И давайте будем посмотреть, что у нас будет дальше происходить. Привет, Ник Дэн. Так, громкость надо нам убрать. Как дела? Что хорошего, что нового в жизни? Давайте, делитесь, пишите. Итак, смотрим дальше, что у нас здесь есть. Продолжаем на этом танке. И давайте посмотрим. Надеюсь, меня никуда там не кинут в какую-нибудь непонятную городскую зону. Итак, какие-то вот у нас вклад в битву. Уничтоженных танков. Ну, в общем, какая-то шняга непонятная. Шоколад тут выиграл зачем-то. Не знаю, зачем мне этот шоколад. Никогда им не пользовался. Ну, как пользовался, но особо рекомендации я не могу дать по этому шоколаду. Или по каким-то другим параметрам. Вот этим вот вермишель там какая-то с соусом там. Чай с булкой, какие-то там суши марокканские. Нет, я не рекомендую этим пользоваться, потому что, ну, слишком дорого это все обходится, потому что, хочешь или не хочешь, но эта штука стоит 20 штук. Если вы запасаетесь как-то вот заранее, то это будет стоить 10 штук, но все равно дофига, дофига, и по большому счету вы лишаетесь какого-то дополнительного снаряжения, то есть это, я не знаю, я не хочу лишаться, допустим, ремкомплекта там, или аптечки, или... Тем более у огнетушителя автоматического я не хочу лишаться, чтобы вот какая-то дополнительная жрачка там была.
хрен его знает. Мне кажется, это нелогично. А вот, чем-то, вот именно жизнью своей рисковать ради непонятно какого набора супов там. Супового набора. Куриные кости, лапы и рога. Ну что, давайте попробуем рвануть, но на нашем танке мы, к сожалению, рвануть не сможем. Нас эта оградка еще останавливает тоже. И давайте попробуем, может быть, получится что-то скакануть здесь, пока мы едем вперед. Вражина нас совсем не обязательно, что будет доставать отсюда, но давайте будем посмотреть, что и как. Давайте будем посмотреть. Итак, вот мы продвигаемся сюда. Очень нехорошо мы немножко заехали, но может быть получится нам сюда как-то вот так вот привстать. Обалдевшая пантера 4-4 рванула вперед. Ну, ради бога, если ей нравится. Если любит получать по полной программе. Ну что ж, давай, ради бога. Так, но несмотря ни на что, я не могу засветить никого, потому как тут никого в углу просто и нет. Но, с другой стороны, я могу хорошенечко стрельнуть сюда, раз никого нет, да? Но главное мне сейчас вот... Давайте посмотрим. Скорпион, он приятный, конечно, собеседник, но как-то все-таки. Итак, что мы здесь видим вообще? Да, пойдет танк, купил хедзер какой-то и прокачал его. Слушай, русский язык у тебя, конечно, такой хороший русский язык. Прокачал его, его через V пишет. Танк какой-то прокачал, ну, уже явно ошибки чисто из-за пальцев там. В общем, учите русский язык. Хотя, с другой стороны, что его учить, непонятно. Зачем он нужен, кому он там нужен. Итак, вот опять становлюсь на свое местечко. Попробую сейчас немножечко развернуться на месте, чтобы в случае чего именно... Ой. Чтобы в случае чего валить. Но я смотрю, просто здесь никого особо нет, поэтому здесь даже и стоять ради кого-то, ну, нет смысла. А то, что ты прокачал танк, ты, конечно, молодец. Ай, молодец. И странно, что я не заметил этого кретина. Ох ты, елки зеленые. Сейчас скорпионы там все подряд начнут меня тут елозить. Уху. Какой дрифт. Какой вообще просто невероятный. В общем, какая-то бестолковая хрень, я тут стою, непонятно вообще зачем, непонятно что делаю, перезагружаюсь и сваливаю, короче, отсюда. Просто на самом деле меня обескуражила Пантера 4-4, которая вот просто тупо взяла, поехала там, и зачем, какой смысл в этом был, ну абсолютно я не понимаю, взяла, сдохла там, последняя петрушка и на этом все. Также не понимаю вообще, так... Что-то у нас проблема. С модами, я даже не знаю, моды у меня закачаны, все ли в порядке. Да, вроде как моды готовы, моды есть, вроде норма. Так, это вообще наш? Да, это наш. Это какой-то Санек там. Сухнев. Ну да, я тут, хочешь, постоял, чтобы... Ладно, вот смотрите, и седьмой поехал, и мы его прекрасно видим. И мы прекрасно видим этого ИСа седьмого. И непонятно совсем, что же там делают наши товарищи, которые непонятно вообще, что там делают. Вот здесь вот везде стоят, там что-то они пошли. Непонятно, что они туда пошли. Естественно, Эмиль второй никакого отношения не имеет к победе на... этом замечательном танке против ИСа седьмого. Да ладно тебе, слушай. Хорош. Вот, постоим, подождем, перезагрузимся пока. Надеюсь... А, там у них три арты, ребят, там три арты, тут надо вешаться, если честно.
Итак, как вы посмотрите, у нас вроде все хорошо, вроде мы идем в бой, мы вроде как идем вперед, тут выдерживаем все хорошо, здорово. Но при этом, блин, 5-3, и на базе у них куча народу, а у нас шишка. А у нас просто шишка с елки. То есть никого, вот только шишка там сидит, и на этом все. Итак, давайте посмотрим, что к чему. Дело в том, что если я здесь буду подсвечивать, ну это будет абсолютно бесполезно и бездарно, бездумно. Хорошо пошел 12-й, в принципе. Я так полагаю, он молодец в этом плане. Я тут огурец уже, да, согласен. И нам бы было бы здорово, если бы мы какую-нибудь ПВшку бы дернули. Вон она. Нет, это не ПВшка. Это конвей, а вон там ФВшка. И поэтому желательно поехать здесь, не показывая того, что мы здесь, собственно говоря, да? Что комбы неприятные, что ПВ неприятное. В общем, я бы хотел нанести пару уронов этой ФВшке 405-й, и по возможности нанести неприятную какую-нибудь ей хрень. И, конечно, мне каким-то образом надо развернуться, попробовать свалить. Ух ты, елки зеленые! А-а-а-а! Надо быстро валить! У-ху! У меня не получается валить, потому что там из 7-й твою дивизию, твою мать! Тут я не знаю, тут... Ой-ой-ой-ой-ой, ёшки! Блин, я сейчас вообще офигею просто. Фу, мне повезло. Мне повезло просто. Никто ничего не сделал, никто ничего не смог мне нанести урон. Ой, как же мне повезло. Как же мне хорошо сейчас. И мы смотрим опять на ФВшку. Давайте посмотрим, что к чему. Давай. Блин, еще я обнаружен. Да, конечно, 48 паттон меня касается, и тот же самый 45-й просто меня тупо забирает. Но наш ЛТ стоит, хрен знает. Ну, в общем, непонятно, вот что я один могу сделать, да, вот кто-то. Я выбежал там, Пантера 44-я выбежала сюда же. На 12-й Бачат выбежал сюда же, просто для того, чтобы делать какую-то динамику. А эти стоят вот здесь, как стояли. Е100 стоит здесь. Ну, все нормально, все замечательно, короче. А вот как раз то, о чем я и говорил. Что можно сделать здесь одному? Да ничего нельзя сделать одному. Получить по шапке и пойти в ангар кататься там, в другом танке. Кстати, Хедзер это вообще что за танк? Скажи. Какого он там уровня? По-моему, это, по-моему, что-то вроде 5 уровня. И, походу, это немецкая какая-то штуковина. Давайте сразу заранее посмотрим, что это такое. Вот сейчас вот пойдем в исследование и посмотрим, что же это у нас такое за хэцер. Я, честно говоря, понятия не имею. Опять какую-то шоколадку я тут выиграл у них. Что-то там, в общем, заработал ерунду какую-то. Ну, давайте посмотрим, что такое хэцер. Сразу включаем немецкую ветку и давайте будем посмотреть. Итак, я вот, ну, что-то помню, а вот что-то не помню, честно. Я даже не знаю, сейчас посмотрим, какой это. Ну, первым делом, мне кажется, что немецкая штука. Может, это какой-нибудь там и 6-й уровень, я уже не знаю. Давайте посмотрим. Так, голова. Я так не смогу, давайте по этим. Здесь нет. Вот здесь нет. А, прикиньте, это там 2 уровня будет. А, какая-нибудь какашка мелкая. Нет. Дальше. Вот он. То есть Хэцер это 4 уровень. В принципе, ну что хочу сказать. Хэцер прикольная танкетка. Такая прикольная штуковина. Очень такая мелкая. Ну, довольно быстрая. Ну, я не скажу, что это крутая техника, но для 4... Вообще, когда вы играете до 8 уровня, ребята, вы получаете удовольствие от того, что вы играете. Вы получаете действительно огромное удовольствие от этой игры, потому что, ну, действительно классно, вот, когда вы не с большими танками,
А вы получаете удовольствие, просто вот какую-то радость от игры получаете. А когда вы играете постоянно на 8, 9, 10 уровне, это просто жесть. Надо, хочется эту игру просто взять и выкинуть. На самом деле, конечно, ну, нужно переходить, наверное, даже на 6 уровни, если честно, вот лично мне. А что я могу сказать еще по этому танку, по хетцеру немецкому, 4 уровня? Ну, хочу сказать, что все-таки, где он? 4 уровень, да? Вот он. Хочу сказать, что танк по большому счету интересный. И когда-то у меня даже единичка была на нем. Но все-таки, ну, не любитель я такой техники. Максимально я могу, ну вот. Вот этот мне лично, следующий после Хетцера, лично мне очень нравился вот этот вот. Он вообще крайне интересный танк. В плане дизайна, в плане, вот посмотрите, как он классный, сбитый. Ну, у него, правда, не очень хорошая скорость, но при этом, ребят, он действительно такой интересный танк, именно по дизайну. И следующий танк тоже интересный. Но не настолько, по-моему, точно такой же давали за какой-то ЛБЗ там или за что. Ну, в общем, можно было получить такой танк и такой, ну, именно прем-танк. Такой прем-танк у меня, собственно говоря, был. Вот, ребятушки, смотрите, когда вы играете на 6 уровне, допустим, неважно, вот у меня прем-танк, да, 6 уровня, это прем-танк. Мы, когда идем на нем в бой, мы получаем реальное удовольствие. Вообще просто поражать это игра, вот. Чисто когда мы на таких начальных уровнях, это чисто ржака. То есть это удовольствие. Здесь мы играем чисто в собственное удовольствие. И честно говоря, я забыл, почему я начал качать эти танки 8-10 уровня. Ведь именно на 8-10 уровне мы получаем самый большой негатив от этой игры. То есть постоянный негатив, постоянные какие-то вот разочарования в игре. Но, ребят, если вы играете с 3-го, с 4-го по 8-й уровень, вы получаете от этой игры удовольствие. И я рекомендую, если вы хотите именно играть в свое собственное удовольствие, я, конечно, вам рекомендую играть именно на примерно на 5-х, 6-х, 7-х уровнях. Это очень классно. И на 7-м уровне, допустим, вы спокойно можете фармить вполне адекватно, вполне нормально. Без всяких притч. И вы просто катаетесь в свое удовольствие, ребят. Хочу рассказать вот непосредственно про этот танк, который у меня сейчас находится, на котором я поехал. Это у нас, ну, дураки всегда есть, не знающие, куда поехать. Или туда, или туда. Непонятно вообще, что он там делает. А вообще, я тоже не знаю, куда я еду, если честно. Так, где у нас? А, о! Уху! Ну, этот дурачок, кстати, получит сейчас по полной шапке. Ух ты! Сколько врагов, смотри. Вот, и Type 64, по-моему, шикарный на самом деле, интересный танк, очень прикольный танк. Ну чё, та чушка уже сдохла у нас, нет? Или где это? Никарагуа. Просто ему не хватает какой-то вот дополнительной такой вот штуки какой-то приятной. Я сейчас пойду, и, кстати, меня могут сейчас сразу уничтожить. Обнаружен противник. Ага, ага. Мы идем вперед. Я заметил какого-то такого же придурка. Еще одного. То есть мы тупо получаем удовольствие здесь. Ну или неважно, нас убили, не убили, это неважно. Мы получаем кайф на этом танке. Давайте посмотрим. А почему бы не поиграть сейчас на 6 уровне? Давайте посмотрим, что у нас еще есть из таких. Итак, давайте посмотрим, что постоянно надо играть вот на этих девятках, десятках, дурацких. Честное слово, ребят, самое большое разочарование в игре – это именно высокие левелы. Не надо к ним стремиться, не нужно, и поэтому давайте попробуем что-то сделать. Однако, вот я говорю, давайте не будем стремиться к ним, не надо. Но на самом деле, ребят, все-таки, ну, это все-таки что-то в этом есть. Что-то в этом есть, безусловно. Итак, давайте еще попробуем пятерочки и четверочки. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще в принципе-то есть. Экранированный. Вот, кстати, какой-то тоже выдавали бесплатно абсолютно танк 5 уровня, тяжелый танк. Но, кстати, вы на нем когда едете, я что еще хочу сказать, конечно, получаете удовольствие не на таких медленных техниках.
вы на нем не получите удовольствие. Получите удовольствие на быстрой технике. Ну, допустим, как вот Бача 12. Давайте попробуем прогонять, просмотрим. И, кстати, Бача 12 это техника 5 уровня, по-моему. Нет, какой же 5? По-моему, нет. По-моему, 6 уровень. Хрен его знает, честное слово, не знаю. Ну и давайте, в общем, посмотрим. Ну, что-то нам не находит команду подходящую. Видно, мы какие-то сильно не такие, как нужно ВБРу. И, кстати, ребятки, напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу музыки. Нравится вам музыка, не нравится вам музыка. Нравится вам такое именно музыкальное сопровождение или не очень это хорошо. И давайте посмотрим. Возможно, вам интересны какие-то вот нюансы, какие-то вопросы. Поскольку у меня большого количества просмотров нет, я могу отвечать на ваши вопросы, в отличие от тех, допустим, вододелов, которые, ну, собственно говоря, не имеют такой возможности, потому что там в секунду по 10 сообщений, грубо говоря, да, большое количество людей, большое количество просмотров сидит на стримах у них, и поэтому они не имеют возможности никакой заниматься ответами на вопросы, на ваши сообщения. Только на платные сообщения. Итак, ребят, ну давайте пробовать. Как обычно, в этой игре такая шушера, когда мы начинаем брать ЛТ, нас обязательно суют в город. Как только мы берем тяжелый танк или ПТ в основном, нас обязательно суют в город. А ПТ, конечно же, на луга, на поля, куда-то так. Итак, давайте посмотрим, это у нас 6 уровень. И неплохо. Кстати, ребят, то, что касается Бачата 12. Ну что, рекомендую я его, в принципе, покупать заново. Кто еще не купил, рекомендую покупать. Знаете почему? Уверен, вы уже представляете. Скоро, как вы понимаете, будет выводиться французская техника. Причем французская техника будет выводиться колесная. Она будет вводиться то ли в конце этого года, то ли в следующем году. Кстати, кому я там свечу, непонятно, если честно. То ли в начале следующего года. Ну, в общем, в любом случае, техника колесная уже 100% будет вводиться. И, ребяточки, это будет примерно то же самое, что и сейчас. И начинать вот этой техникой будет непосредственно во французской ветке. Как вы знаете, вот я сейчас еду на французской технике. И именно с 7-го, ребят, с 7-го уровня. То есть именно поэтому рекомендуется брать Бачат 12 и копить на нем свободный опыт. Ребятушки, именно вот поэтому сейчас будет достаточно большое количество этих танков. Готово. Надо бы ему поставить какую-то... Надо бы ему поставить какую-то штуку, типа досылатель, не досылатель, а стабилизатор. А то он без стабилизатора, как без рук. Ладно, давайте еще раз попробуем прокатиться. Вот, и будет колесная техника. Надеюсь, вы уже видели эти ролики интересные. И действительно, мне кажется, что техника будет достойная, будет интересная. И... Ну, кстати, давным-давно уже мы об этом говорили, и давным-давно говорили об этом и в Wargaming'е непосредственно, да, но при этом как-то черт его знает, до сих пор никто ничего не ввел, и, наконец, вот именно сейчас вводится уже в следующем, скорее всего, году, в начале, а может быть, в конце этого года, хрен его знает, но, в общем, будут уже танки на колесной базе, и это действительно будет интересно. То есть будут и большие танки, но вот пока начнут с мелких танков, типа вот этого Бачата 12. В общем, зря я здесь езжу, потому что вот это чудо, оно просто-напросто ничего не делает для того, чтобы уничтожить ту технику, которая просто бесполезно стоит. Опять подтверждается название моего сегодняшнего стрима, то есть один в поле не воин, то, что я там катаюсь один. Ну, это ни к чему не приведет, ребят. Ни к чему не приведет. То есть, если я катаюсь, если в
вот здесь кто-то есть, они просто неподвижно стоят. Ну что стоит арке просто повернуть свою трубу и здесь замочить вот всех, которые стоят здесь одним выстрелом? Нет, ей это не интересно по какой-то причине. Ну, скорее всего, там проблема с картой, не смотрит на мини-карту, ну или вообще там мини-карты нет. Ну, вот человек случайно нажал на букву М, и карты у нас нет. А вот, ну как-то так может быть, конечно. Ну что, в бой никто идти не хочет, по большому счету. С другой стороны, конечно же, куда тут, зачем тут, собственно говоря, и идти в бой, если у нас здесь штурм. Опа. Если у нас здесь просто штурм, то есть наша задача здесь стоять где-то сзади и... ну, как бы, не давать противнику возможности сюда приехать, прийти. Итак, смотрите, арта наша бедная осталась одна. Сусто ушел сюда. Счет у нас неплохой, 8-0, мне нравится. Но такое себе делается, честно. Хочется повоевать. Дело в том, что техника 6 уровня, это крайне подверженная техника любому воздействию. Чиркнули и уже с уроном. Чиркнули еще раз и еще раз с уроном. Вот, и мне пока просто везет, что враги не такие меткие там или не такие обильные стальным снегопадом, да, стальными снарядами, которые меня бы поразили сразу. Вот, но на данный момент остается 5 минут. Таким ледяным голосом произнес диктор: остается 5 минут. В общем, полная жестокая здесь борьба. Идет КВ-13 сюда. Непонятно зачем. И, короче, ну уже все понятно, конечно. Жалко, вот что я лично не смог ничего сделать в то время, когда мог. Когда мог что-то сделать. Хотя бы одного замочил, и то уже хорошо, не зря прокатались, да? Вообще, вы знаете, техника хорошая. Я бачата так, кстати, бачата 25-го так и не смог прокачать. К моему сожалению, я сколько к нему не шел, но как-то, несмотря на то, что это французская техника, несмотря, что я прокачивал многие танки, но, к сожалению, я до десятки, до бачата не дошел. Не знаю по какой причине, не знаю почему, но вот так получилось, что не прошел. Так, берем, давайте ЛТ, опять возьмем тот, который у нас был, и давайте будем продолжать именно уже на нем. Не забывайте ставить пальцы вверх, ребят, не забывайте подписываться, это важно. На самом деле, музыка-то интересная здесь была, а что-то я ее вообще не слышал. За нашей музыкой. Давайте мы сейчас сделаем настройки. Звук. И немножечко уберем. А может быть, и все было по-другому, потому что я постоянно говорю. И постоянно ничего не слышал просто. Вот здесь все равно, как бы я ни играл, хорошо, плохо. Мне по барабану, выиграю или нет. То есть здесь как-то получается больше удовольствия в собственном. Странное ощущение, странное. Но вот как-то так, ребят. Это странно, действительно странно. Но это интересно. Это действительно интересно. И когда вы на 6 уровне, вы не чувствуете никакой там команды, вы не чувствуете никакой нагрузки, вы не чувствуете, ну, по большому счету, ничего, что нужно кому-то помогать, кого-то там защищать. Вот, вы не чувствуете братства какого-то, командной игры не чувствуете. Ну и, соответственно, раз вы этого не чувствуете, вам абсолютно по барабану. Кстати, я до сих пор, если вы заметили, небесно-синего цвета. И это случилось 3 дня назад. Я всего лишь показал, выстрелом в спину показал своему ЛТ, что, ну, нельзя просто стоять где-то на базе там или по центру, нужно светить. Если света нет, нужно ехать туда, где свет есть. Так, что такое? В чем дело? Почему не могу поехать туда? О, как мы едем-то быстро. Вот, и смысл в том, что после второго... Ну как, он ко мне подъехал, начал мне наносить удар, а мне нет, чтобы подождать, пока он сделает 3-4 выстрела и станет сам небесно-синим, да?
Я взял и на первом же его выстреле его замочил. А замочил и сразу стал синим. И вот 3 дня я уже синий, небесно-синего цвета, и я не представляю, как долго мне надо будет еще играть для того, чтобы опять стать нормального цвета. То есть какой-то бардак, какой-то беспредел, и вообще не пойму, почему синими становятся, небесно-синего цвета становятся именно те, которые нанесли удар, а не те, которые там ничего не делают абсолютно. Итак, очень хорошо стал, кстати, Кромвель, молодец, молодец реальный, но мы пока не будем спешить, потому что там есть и арты, есть и ПТшки у них. Пока не будем. Да и тоже не нужно нам особо суетиться, чтобы за первые пару минут сразу забрать там кучу. Ну, то есть, мы же хотим поиграть, правда? Мы же не хотим сразу тут все взять, уничтожить. Кстати, я сейчас занимаюсь именно пассивным засветом. Кромвель молодец. Кромвель вообще молодец, на самом деле. Взял, подъехал в наглую туда. Но это как крайне рискованно. Если там много танков уже, то там все, ребят. То он уже никуда не подъедет. Итак. Что я не попал даже, странно. Еще раз не попал, очень странно. О, попал разочек. О, не, ну, насколько я понимаю, там всего 2 танка, поэтому... Ну, насколько я видел, во всяком случае, там всего 2 танка. И давайте попробуем что-нибудь такое сделать. Нехорошее такое вот. Например, вот так подъехать и немножечко подсветить. О, мать моя женщина. Не-не-не-не-не-не-не-не. Уйди отсюда. Уйди, говорю, отсюда, блин. Едет за мной, слышь, такой. Умный, блин. А если бы я не смог? Вот видите, как он доехал, нормальный какой. А сейчас у них еще 3 арты, ребятушки. То есть все нормально, да, они едут. А у меня уже половины хп нет. И вот сейчас первым делом нужно, чтобы они забрали тех, кто будет высовываться. Хорошо, КВ-2 подъехал, но, конечно, нехорошо. Вот на самом деле арты у них, да и у нас то же самое, ну такие тупенькие. Дело в том, что все знают, куда едут танки, где они в основном стоят, да? То есть 3 арты одновременно вот сюда бы могли нанести удар. Просто, и они бы 100% попали, действительно это важно. Итак, смотрим, что у нас здесь. У нас перезарядка 2.85. И мы забираем. И несмотря ни на что, просто мы кайфуем в игре. Просто. Кстати, бронепробитие у этого танка, у этого снаряда здесь 128 всего лишь. И нанесено урона 115. Ну, вроде немного, но и для 6 уровня вполне немало. Ну что, кто самый смелый? Что-то у меня сил уже. Нет, ну если мы самые сильные, то там, конечно, самый глупый поехал. Это 100%, без вопросов. Я не знаю, кого я там засветил. Давайте сейчас поедем, посмотрим, что у нас здесь еще есть. Где-то должен быть. Вон он. И мы можем отъехать немножечко вот сюда и попробовать проехать здесь. Тихо, тихо, родной. Ну, все равно это мой засвет. В принципе, как бы ЛТ должен светить в первую очередь. И мы едем уже дальше непосредственно засвечивать арту и ПТшки. ПТшки, скорее всего, стоят с другой стороны, но вы знаете, возможно, и здесь на горке там стоят тоже. Поэтому надо крайне аккуратно ехать и довольно быстро для того, чтобы нас не попали. И по возможности, ребят, нужно немножечко еще маневрировать, потому что хрен его знает, куда там, где там кто стоит. Все-таки. Итак, ребяточки, давайте будем сразу отмечать, кто где находится. Как бы вы уже увидели, да, где там вражина стоит. Непонятно почему. Не нанесли мы урон. Арта, конечно, тут у них самая получилась такая. Эх.
Давайте попробуем проехать еще. Но я так думаю, что они уже ждут. Они уже ждут. И если мы первыми пойдем, то есть обязательно, чтобы вот отсюда тоже пошли. Там тот же самый Су-100, чтобы пошел. Их всего 4. Арты по-любому стоят вот здесь. Ну, абсолютно по-любому арты стоят здесь. Вот почему я не ехал. Потому что они уже сюда повернулись. Один, кстати, где-то там. Отлично. Но это нанес ему урон, не арта нанесла урон, это ПТшка именно нанесла урон. И давайте будем посмотреть, каким же образом нам здесь можно помочь. Мы ЛТ, наша обязанность светить, засвечивая даже ценой собственной жизни. Ну, ребят, но в любом случае это засвет наш весь. Даже если мы ни в кого не попали, у нас ЛТ. Самое главное нам засветить. И мы засветили здесь на 2700. И это очень круто. И если бы у нас был прям аккаунт, мы бы заработали, ну, 1070 точно. Но вот сейчас вот пока 1030, наверное, мы заработаем на этом. Хотя тут же у нас 6 уровень, ребят, поэтому может быть и меньше. Это на 8 уровне мы немножечко больше зарабатываем. А здесь я думаю, что будет 1030 все-таки. А мне кажется, даже чистыми это будет 1030. Почему-то у меня такое вот... Ну, давайте посмотрим, проверим мою чуйку. 37 тысяч чистыми мы заработали, ребят. То есть, лично я считаю, что... Кстати, вот я стал уже абсолютно честным. Отсидел так отсидел, как говорится, да? То есть, уже небесно-синий цвет у меня пропал. Но зато вместе с цветом у меня пропал и голос, ребят. То есть, я уже немножечко хуже разговариваю. Итак. На двоечку я настрелял, целеуказатель, как он, огонь на поражение, 40 тысяч грязными, 37 чистыми, ребятушки, 37 чистыми, ну и, что там, дозорный, я еще к тому же и дозорный оказался, хорошо, что не позорный. Так, опять заработал шоколадку, тут такое ощущение, что в каждом бою мы зарабатываем этот долбанный шоколад, ну давайте посмотрим, куда его можно сунуть, его можно сунуть только сюда куда-то, ребят, вместо, допустим, аптечки, и вот у нас... Какая-то шняга здесь, вот какая-то вот непонятная хрень. Вот я хочу шоколадку, а мне дают какую-то непонятную шнягу. Итак, ребят, продолжаем именно на этом танке. 30 тысяч, 37 тысяч на 6 уровне чистыми, ребята. Это ого-го, это очень круто. Продолжаем. Ну что, ребят, здесь у нас получается перевал, и на перевале мы как раз таки мы занимаемся тем, что переваливаем. Кстати, для ЛТ здесь очень нехорошая позиция, очень нехороший... Кстати, что это за танк такой? Вот он прикольненько смотрится такой. Мелкий, но прикольный. Вот, здесь крайне неприятно светить, ну то есть неудобно светить, и по большому счету мы здесь ничего не насвечиваем обычно. Даже если мы пытаемся что-то засветить, мы, получается, у нас крайне редко что-то насветить. Ну и напоминаю, все-таки это танк 6 уровня, у него, ну, и скорость такая себе все-таки. Ну давайте посмотрим, как мы можем светить и можем ли мы вообще что-то здесь насвечивать. Давайте попробуем, вот наш кустик, за который мы сейчас будем становиться. Надеюсь, меня никто не поймает. Главное отсюда не стрелять. Походу там кто-то есть и много кого. Но, кстати, ребятушки, вот сюда надо бы еще пострелять обязательно, потому что, ну, это просто... На самом деле там клондайк.
Там вот. Дурачок проехал. Ну что, как я и говорю, здесь ну довольно сложно светить. И если вы немножечко посветили, то вам может прийти кобздец. Ну и так, ну сразу видно, кто как играет. Кстати, а здесь же можно проехать? Ну, вроде как нельзя. Там физически ограничено. Очень нехорошо, здесь я ни черта не вижу, а он как раз вот здесь может быть, и это может быть тоже неприятно. Итак, давайте посмотрим. 43 Т-34 экранированный здесь заехал. Ой, а что такое нас крутит-то? А у него я не знаю сколько там, 300 что ли? Да, 300. Ну, чисто на себе так проверил. Ну, а помощь-то какая-нибудь там будет, где-нибудь? Ну, может быть, может я на что-то прикажусь тоже кому-нибудь. Ну, хрен его знает. По большому счету нет. Я уже проиграл, и я уже свою отыграл, насколько я понимаю. Тут уже все. Ну, может быть, кого-то еще засвечу. Фиг его знает, ребятушки. Еще и гусеницу он сбил. Да вы представляете, 67-й ушел вроде, или что там он делает, я не знаю. Но вроде мне удалось уйти, но он спрятался, 67-й. И это понятно, потому что такое изобилие просто вражеской техники. Наши стоят на базе все абсолютно. На 1.43 бис просто пошел в бой. Молодец, молодец. Все остальные какие-то, ну просто шелуха и... Неизвестно, как с ними играть, если честно. Вот он наш экранированный друг. А то, что он экранированный, мы его пробиваем элементарно. То, что касается тяжелой техники, в первую очередь тоже по бокам нужно лупить. Ставить на гуслю. Благо у нас здесь... Нельзя, нельзя, нельзя. Отлично, отлично. Вот видите, как там происходит все. Вот так вот бывает. Ха-ха. 43-й поехал. Че поехал? Непонятно, че поехал. Давайте попробуем, может быть, здесь как-то получится нам вылезти немножечко. Уехали, уехали отсюда. Не, ну в принципе наносим уроны так достаточно креативно. Отлично, с нашей помощью там еще и это работает. Да, там все в порядке вроде бы. Ну вот, в принципе-то классно, когда мы... Ну какого, блин, тут осталась-то ерунда, ну... И не получилось у меня нанести ему удар за два урона. Ну я ему просто гуслю сбил, но... Ребят, смотрите, практически одинаковое количество, 940 мы настреляли и насветили 966. В принципе, конечно, мне надо было, наверное, немножечко дать назад, и я же знал, что там этот вражина стоит, и знал, что он может там прятаться, ну, в общем, как-то так, ребят. В любом случае, осталось у нас две ПТшки, конечно же, они нас сделают, по идее, по всем параметрам, там, вернее, две САУ осталось, а у них четыре ПТшки. В общем, тут вопросов вообще нет. Лично, на мой взгляд, мы, конечно, терпим, потерпели фиаско однозначно. Ну и, собственно говоря, все. Ну, если этот последовательно не будет забирать по одному танку, молодец. Конечно, он ничего не сможет уже сделать никому больше.
Вот так примерно забирает 103-й. Тоже хорошая техника, кстати, да? Вот тот вот. Говнючок. Говнючок. Так, ребят, ну, сейчас я думаю, что, ну, 1015 надо забрать чистыми. Забираем чистыми, думаю, 1015. Ну, что на самом деле тоже неплохо, ведь это у нас 6-й уровень, нельзя об этом забывать ни в коем случае, ребят. Ребят, обязательно пишите, что у нас по поводу... Да, ребят, я не знаю, вангование у меня получается очень хорошо. То есть 16 тысяч мы заработали чистыми, 24 мы получили, вполне достойно. Ну что хотел сказать. Конечно, с моим потенциалом можно было сделать и очень много чего, очень много. Но, к сожалению, мы не сделали. Ребят, я, кстати, не знаю, по какой причине так получилось, что у меня... Просто я не знаю, что там за задачи, что постоянно шоколадки выпадают. Давайте посмотрим. Боевые задачи. Давайте, смотрите, там где-то шоколадок было миллион, да? Вот смотрите, вклад в битву 5000 на какого-то, непонятно. Но здесь получается разовая прибавка к дополнительному опыту 5000. Так, это за что? Уничтоженные машины противника, значит, мне сейчас надо на немца пересесть обязательно. И, возможно, ему тогда кинут 5000. И за уничтоженную машину дают шоколадку, ребят. А почему недоступно, что? Все, все шоколадки я уже слопал. А вот еще уничтожить машину противника и получить вот какую-то шнягу, такую вот допаек немеренный. А вот еще уничтожить машину противника и еще пятерочку. Я, кстати, не знаю, в чем тут дело, блин. Давайте пересядем все-таки на... Может быть, фишка сработает. Давайте пересядем все-таки на... Вот на пантерку. И посмотрим. Я тут уже накачал кое-какое количество. Нам не хватает порядка 30 тысяч для пантерки второй. Да, потому что потом после этого у нас будет Е50. И это круто. И мы сейчас идем в бой. Я надеюсь, что я сейчас замочу двух танков и получу 5 тысяч. Ну и мы должны посмотреть, реально это работает вообще или нереально. Давайте посмотрим, что у нас получится. Потому что если да, то... Блин, как я ненавижу эту карту какую-то зэковскую. Терпеть не могу ее. Но задача не в этом. Задача уничтожить два танка и посмотреть. Если у меня получится это сделать, то по идее мне на этот танк должны кинуть 5000 опыта. И если так, так, то здорово. Надо посмотреть, сколько тогда можно за день это сделать. Если просто один раз, конечно, это будет неприятно. Но если несколько раз в день, тогда здорово. Тогда можно очень быстро закачать пантеру вторую. Итак, ребят, у нас Энск. Самая дурацкая карта в этой игре. Я очень хотел бы, кстати, как вы знаете, в следующем патче, который уже выйдет на днях, там будет тоже... Восстановлены некоторые карты, которые были раньше. Это очень здорово. По-моему, и какая-то то ли рабочая зона, то ли что-то такое там. В общем, оно будет даже будет увеличенной картой. Это здорово, ребят. Это реально здорово. Итак, для начала мы стоим. Здесь мы с восьмерочками. У нас семерочка, с восьмерочками мы работаем. Это здорово. И давайте попробуем... На добивание нам нужно уничтожить два танка. Давайте попробуем. Ни хрена себе, а че он так низко летает? Он, по-моему, помер. Потому что, ну, че он так низко летает? Так нельзя. Вы видели, он практически над крышами летал. Обнаружен противник. Так, бронепробитие у нас должно хватить вообще, в принципе, на все здесь. Единственное, я бы хотел кого-то добить. Добить. Вот, когда хочешь добить, обязательно какая-то шняга такая. Не добил, не пробил, не забил, не убил, не уничтожил. Ну, вот какая-то лажа такая получается часто. Ага, тут вообще непонятно, что к чему. Твою дивизию, еще М6 там какой-то. О, это я вылез так далеко? Ни черта себе. Хорошо, что без урона, но сейчас вот этот вот самый может меня с уроном. Очень мало. Победил.
вообще ничего. Попадание. Ну, пудель, естественно, наш становится, вот этот. Как будто я для него это делаю. Какой-то идиот. Отвали, пудель! Нет, ну ты достал уже, честно. Да отвали ты, дебил. Смотрите, он сейчас заберет. Да нет уж, ты что, охренел что ли, офигел? Я мочу танки, он их забирает, блин, что за бред? Идешь вперед, так иди вперед, мочалка, блин. Иди, 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 урод. Охренеть просто. Твою мать, идиот. Да поехали отсюда, поехали. Еще один, твою ж мать. Что здесь, намазано что ли чем-то или что, блин? Огонь. Попасть не может. Дебилой. Один есть. Один есть. Готово. Нет, этот пилот меня сегодня... Я просто не хочу становиться опять цвета... Там, походу, он просто стоит. Какого хрена? Вот какого просто, какого хрена? Куда поехал? Чемодан забыл. Вот эти чмошники, они просто бесят. Вот. Вот именно подбирать, понимаете? Я тут мучаюсь, блин, мне надо забрать, а они дважды пукнули, подъехал вовремя и снял танка. Охренеть просто, козлины. Мне все равно, что там и как. Да твою ж мать, как ты меня достал, а? Готово. Он меня с уроном? Мне бы, чтобы я его забрал, а никто иной. Только я. Это топовый дома! Опять, блин! Смотрите, что арта делает, а? Да давай уже! Смотрите, что арта делает, да? Просто ждет, чтобы в самом конце забрать танк. И все, не для того, чтобы мне помочь, а просто чтобы его забрать. Вот такие вот конченые арты у нас. Ну, собственно говоря, они везде такие конченые, но это игра. Тут одни на артах, одни чмошники играют, поэтому ну, тут нечего. Видите, он попасть-то не может по-хорошему. Опять этот сраный пилот. Конченый. Тупоголовый. Но смысл в том, что у нас надо было забрать 2000. О, 2 танка и получить 5000. Давайте посмотрим, так это или не так. Давайте посмотрим. Я сейчас не могу ванговать. Но по идее у меня должно быть больше 5000 опыта сейчас. И это важно. Если это так, то это будет круто, конечно. Это будет здорово и надо будет продолжать, если есть такая возможность. Давайте посмотрим. 2 танка я уничтожил. По идее у нас должен быть
награда у нас должна быть. Итак, 7000, да, ребята, это именно так. И очень здорово, что я вовремя зашел сюда. Очень здорово, что вовремя вот посмотрел. Награда 5000, ребят. Теперь у меня 29, уже здорово. И надо мне настрелять здесь всего-навсего. Кстати, давайте посмотрим. Ну, мне надо всего-навсего 25 тысяч настрелять. Давайте посмотрим, сколько пилот. 2400 настрелял этот молодец 8 уровня, в кавычках. Итак, здесь у нас 25 тысяч остается, да, ребятушки? 23 тысячи даже остается. И давайте посмотрим в задаче, боевые задачи, что же нам... Есть возможность еще сделать это или нет? Да, выполнено в сутки всего 2 раза это можно сделать. Уничтожить машину противника. Нация немецкая. Да, у меня немецкая нация. Я же на немецкой сейчас играю, правильно? А почему мне не дают? Вот вынесено в сутки, выполнено в сутки 2. И я могу еще десяточку заработать. Это здорово. То есть сначала я здесь делаю, получается, а потом здесь, не понял. А, тоже уничтожить машину нужно. Так, нация, тип любой, от 1 по 10. Ну, значит, все верно, список техники, удовлетворяющий условиям боевых заданий. Значит, все верно, у меня все правильно. И здесь, кстати, на чем разовая прибавка к дополнительному опыту. Итак, а здесь у нас то же самое, правильно? Правильно. Вообще какая-то странная, если честно, технология. Ну давайте проверим, у нас здесь остался еще одна возможность, то есть нужно замочить еще 10 танков. И посмотрим, что к чему. Можно, конечно, начинать на этом танке, но, и честно говоря, на этом танке играть не удовольствие, потому что пушка у него, ну, какая-то совсем никакая. То есть я бы мог 100 раз замочить того первого танка, да, в которого я мучил, но постоянно гусля, 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 гусля. То есть я не пробивал даже больше, чем гусля. И все, это, конечно, очень неприятно. И, ну, в любом случае, мы получили 5000, это очень здорово, ребят. Давайте посмотрим дальше, что у нас там происходит, как у нас вообще дела. Не забывайте ставить лайки обязательно, ребят. Это крайне важно и очень нужно. Ну и не обязательно там обижаться, если я немножечко поправляю в грамматике русского языка. Нигден, это к тебе. Так, убираю управление трансляции здесь. Одну секунду, ребят. Насладитесь самой музыкой. Потому что музыка, ну, действительно класс. Час, 1 час 11 минут идет трансляция, ребяточки. И давайте будем посмотреть дальше, что у нас все-таки дальше происходит. Врываемся мы непосредственно в бой, если это можно так сказать, потому что я до сих пор нахожусь на браузере, и браузер нифига не закрывается. Хорошая музыка при хорошей карте. Очень комфортно, очень нравится. Метки довольно такой все-таки. Но это вроде как не после моего удара. А вот здесь ничего не пробивается вообще. Вообще такой не пробивается совсем. От слова абсолютно. Куда я заехал? Чего я сюда заехал, непонятно. Пока Бача 12 проезжал, можно было нанести ему шот. Но на самом деле, что такое шот на нашем танке? Это всего лишь 130 чьего-то хп.
Давайте поставим здесь, попробуем посмотреть. Не забывать нужно о том, что там две арты. Блин, очень хочется нанести урон такой, чтобы... Сейчас, по идее, засветится вражина. Наш засветится, ЛГБТ. И... К нему поедет какой-нибудь бачат 12, там, где вот 13.90 вылезет сюда, чтобы наказать нашего ЛГБТ. Ну вот, да. Итак, 2-1, неплохой счет у нас. Еще раз смотрим, здесь должен быть 13.90, в принципе, я так считаю. Он не уйдет, не должен уйти отсюда. Во! Вот может быть хороший танк, который может быть наш. Но, к сожалению, он не хочет ехать сюда. Огнетушитель дорого! Пожалуйста, сдохни там, а. Кто-то еще здесь стоит. Лео. Лев? Блин, мой шанс. Мой шанс был бы. Отойди, отойди, пожалуйста, отсюда. Ну, отвали. Твою дивизию. Очень жалко. К сожалению. Ну, просто если я сейчас буду бежать вот туда, за этим танком, меня просто самого заберут, и все, здесь смысл не в этом, конечно. Можно сыграть на других танках, позабирать немножечко их. Ну, на других танках, я имею в виду. Неужели я так свечусь вообще? Видите, в чем проблема здесь, ребят? Ни черта не вижу. Вот он, 13.90 есть. Но мы его тоже, к сожалению, не видим. Челленджер решил поехать. Ах ты, ВБР конченый. Опять не я. Какая-то, блин, жалкая жаба. Жалкая жаба на самом деле какая-то. Непонятная вообще, если честно. Какого черта? Надо здесь играть на голде, короче. Ну, ребят, как вы понимаете, если я играю на голде, никакого плюса здесь... Ой, там еще 50Т, вот что, вот... Вот самое чмо из их команды, это вот тот вот, конечно, тяж на 50Т. Это просто какое-то нечто дебилистическое, какое-то вот просто откровенное чмо. Как он всю игру простоял там на базе. О чем он там вообще себе думал, я вообще не представляю, что за мудицинт. Блин, даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, Петя и есть Петя, о чем там. Очень не хочется получить вот сейчас прям от этого 50 тонн. Не хочется себе что-то вот. И никого мы не заберем. Ну да, ребят. Ну, как мы и предполагали, тут им нас забирают, да. Чего-чего? Мы уничтожены, ну да, мы уничтожены. В общем, никого мы здесь не забрали, потому что, ну так, вот, собственно говоря, все равно он такой, ну, не знаю, сколько на нем можно зарабатывать, сколько на нем можно забивать врагов, уничтожать. Ну вот как-то так в любом случае. Давайте попробуем на каких-то, вот, допустим, на нашей
Эван 90 для начала, замочим танков 8, а после этого уже перейдем вот на этот, опять же, немецкий танк, чтобы, не дай бог, никому не забрать именно ту прелесть, которая находится у, ну, тут возможности, я имею в виду, 5000. Давайте гоняем на нашем ЛТ. Очень хороший танк, ну, действительно, ребят, очень интересный танк, и он позволяет именно находиться в гуще событий и на самом последнем моменте забирать танки врагов. Давайте попробуем, посмотрим, что к чему и к чему вообще это приводит играть на вот этом танке. Давайте посмотрим. Ну что, ребятушки, вроде неплохая карта, но она светить на ней даже не знаю, получится, не получится. Ну, скорее всего, это получится насветить, но вот именно уж слишком много здесь горной местности, вот этой холмистой местности, которая может не позволить нам на этом танке положительно играть. Но, с другой стороны, это и плюсы в том числе. Давайте рванем, посмотрим, у нас всего 2 ЛТ с каждой стороны. Арты у нас 2, по 2 с каждой стороны. Это тоже неплохо, в принципе, когда мы на ЛТ, но самое главное, чтобы арты смотрели на нас. Даю знать, где тут будет засвет, скорее всего. Он меня элементарно может забрать, если что. Если кто не знает, он меня может забрать элементарно. Напоминаю, у них там еще куча арты тоже. 2 штуки. Главное, чтобы он отстрелялся, и мне надо бы немножечко добить. И было бы здорово отсюда, очень было бы здорово свалить, но я вот, честно говоря, совершенно не знаю, получится, не получится. Отвали, блин. И наносит мне минус 2. Ну, это очень мало на самом деле. Первый танчик у нас забран, это самое основное, это очень хорошо. Это же у нас ЛТ, то есть тот чувак, который должен светить. И мы становимся сюда, и весь теперь свет будет наш, по идее. Если, да, вот смотрите, сколько там. Ну, дайте нам засвета. Это 200... Рушка, короче, переплюнула. А вот еще один какой интересный. Давайте вот сюда станем. Не обязательно везде там сильно суетиться, спешить там. Вот смотрите, какой интересный момент. Заберет он меня, не заберет. Увидит, не увидит. Тут целое дело, если честно. Вот смотрите, сколько наверху танков. Промазал. Нехорошо, нехорошо. И скорпион у нас. Скорпион наш стоит вообще хрен знает где. Непонятно абсолютно, что он там делает. То есть какая-то лажа полностью. Полная. Но он бежит, он, конечно, трусит уже там.
нечего нам делать, в смысле ему делать, потому что с другой стороны, видите, несмотря на наш хороший свет, у нас какая-то лажа с другой стороны вообще. Итак, очень важно сейчас забрать нам этого танка. Какой-то вот этот хрен идет. Еще. Отлично. Было бы здорово, если бы мы забрали сейчас и этого. Будем забирать, нет? Ну, конечно. И седьмой, вот, пожалуйста. 4 хэви стоит на месте, на жопе стоит. Ничего не делает абсолютно. 4 хэви, ребят. Это все-таки про то, какой у нас все-таки один в поле не воин, ребят. И это действительно так. Вот смотрите, забирает нас. Все, Лора нас или Лев там забирает. 4 хэви стоит на жопе. Как я и говорил, здесь, к сожалению, не очень можно насветить. Можно стоять на жопе целую игру, безусловно, потом кататься. Можно насветить там и 5, и 6 тысяч здесь. Ну вот хрен его знает, не в этом смысл у нас насвечивать, а смысл засвечивать, смысл в этом бою у нас набирать именно побольше танков. Здесь у нас 2 танка уже мы набрали. Ну, давайте попробуем на другом каком-то, может быть даже, давайте попробуем на Т-92, почему нет? Берем Т-92 и вперед, ребят. Эпический, просто эпический бой. Тут мы ничего не взяли. Тут нам ничего не дадут. Никакую ни кашу, ни картошку. Ничего, что там они там распределяют. Итак, берем Т-92 ЛТ и вперед. И давайте посмотрим, что мы можем сделать здесь. Это важно. Ну, тоже какая-то сложная карта, если честно. Да, она хорошая, она интересная, но сложная. То, что касается непосредственно нашего танка, это действительно интересный танк Т-92. И по ходовым своим качествам он, на мой взгляд, ну, довольно интересный. И интереснее, кстати, с десяточками мы работаем. Это просто жесть. Ой. И по 4 ЛТ с каждой стороны. Ребят, по 4 ЛТ это жесть, это жопа. Жопе по-французски. Кто не знал, жопа по-французски это жопе. Ну или Peugeot. Так. Здорово. Смотрите, никто не идет в эту сторону. Ну просто колоссаль какой-то. Честно. Если раньше сюда шли все, то сейчас какая-то лажа. И все идут именно по низу, по нижнему респу. Уходят вниз. Я не собираюсь один здесь воевать. Вообще не собираюсь ничего делать здесь. Моя задача светить. На ЛТ это свет. И отсюда я, может быть, даже кого-то и засвечу когда-нибудь. То есть пассивный свет какой-нибудь, может быть, и будет когда-нибудь, но пока нет. Очень странно, что у них случилось таким образом. Ну что, никто не поехал. Нет, хотя, может, кто-нибудь и поехал наверх, но 2 ЛТ у них поехал непосредственно вот вниз тоже. Очень странная ситуация, если честно, очень странная. А, не попаду. Аккуратненько. Я-то туда не поехал, потому что думал, что может быть какие-то другие чуваки туда поедут, но нет. Готово! Это топовый дамаг! Да дайте мне его, пожалуйста! Мне он нужен.
Не, отлично. Один есть. Ну что, ребятушки, надо вообще попробовать все-таки поехать наверх. Но все-таки хотелось бы. Давайте попробуем. Вроде у нас есть такая возможность набрать скорость. Вроде мы уже знаем, где тут враги. И посмотрите, что делает с той стороны. Я уже обнаружен и, к сожалению, теряю скорость, в том числе Т-34 закрывает мне возможность ехать вперед. Но посмотрим сейчас, ребят, может получится. Очень хреновенько мы проходим. Очень хреновенько мы тут проходим. Но все-таки проходим, ребята, это здорово. Смотрите, вражина едет. Ему пофиг, конечно. Вот он, враг. Давай, 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 поехал. Ну твою ж мать, дурак, блин. Он ни хрена не едет, он вот вообще дебил. Я сейчас на нем разобьюсь и все. Все, пошел нахрен, пошел. Все. Терпеть не могу этого говна, блин. Не умеет вообще прыгать с горы и не умеет вот нормально становиться. Он не 49-ка. 49-ка давным-давно бы уже нормально сработала бы в этом плане. То есть, если ты прыгаешь с горы, ну ты прыгай. Ну ладно, у тебя там несколько хп заберется. Ну какого хрена полностью все убивать? Не понимаю вообще, ВБР этот кончен. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь что-то было интересное у нас. И давайте посмотрим. Значит, какая-то медаль Орлика у нас здесь. Коэффициент. Да, два танка мы замочили. Это у нас нормально, нормально, нормально. И давайте еще разочек попробуем на этом танке. Ну что, опять такое место, такое себе. То есть самая лучшая карта — это Малиновка. Вот ее можно гонять постоянно, но, к сожалению, здесь у нас этого не получается. И я не знаю, когда мы попадем на Малиновку, даже если мы весь день будем играть на ЛТ, возможно, этого и не случится, ребят. Возможно, и не случится. Ну давайте попробуем не лезть на рожон, давайте попробуем что-нибудь сделать все-таки в этом бою положительного. И для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы настрелять там побольше танков, нам совершенно не необходимо, не обязательно, другими словами, ехать вперед, куда-то там светиться, суетиться. Давайте не будем этого делать. Немножечко так прокатимся издалека, может быть, что-то и кого-то и засветим, но именно высвечивать, светить сильно нам не нужно. Но сам говорю, не нужно, а сам начинаю ехать вперед, прям на рожон там и все такое. Итак, первого я обнаружил. Это здорово. И главное не стать, не ехать в одну сторону с нашим ЛТ. Еще кого-то там обнаружил, еще что-то там получил. Какие-то балабасы серебряные. Очень жаль, что не я его забрал. Какая-то, блин, хрень, честное слово. Все, стоим, ждем. Ждем подходящего момента, просто чтобы забирать танки противника. То есть на самом последнем моменте, когда они там уже, у них там остается
Ну или если мы, конечно, его объедем совсем, это танк, если мы объезжаем, допустим, мы еще можем что-то сделать. А вот если у него там 500-600, ну возможно 700 хп остается. А если издалека, то нужно стрелять только по тому, у кого 140 максимум. Вот по такому, например, Лео там вообще супер. Смотрите, как получается, мы вынуждены уезжать, да? Или как, хрен его знает. Давайте попробуем не уезжать и посмотрим, что из этого будет. Все-таки у нас барабан. Хреново, вот это еще там, что Лео этот лупит. Это топовый дома. Есть фраг. Да ну вы гоните, ну вы гоните просто. Ну там что, миллион танков вообще, блин. Ха. У них там действительно охрененное количество. Там нереальный прорыв. Там всего 5 танков у них было. И конечно же я тут помер, но все равно танк продуктивный. Давайте уже на самом деле возьмем какой-нибудь наш. Я бы хотел взять, наверное, какой-нибудь барабанчик. Пускай уйти в минус, но попробовать заработать еще чего-то. Давайте посмотрим. Итак, из барабанщиков, к сожалению, здесь у меня никого нет. Но здесь только Кранбаген. Кранбаген. И Миль тоже хороший танк очень. Давайте попробуем на Кранбагене, почему нет. Правда, соточку сейчас заберет у нас там, или 50-60 тысяч заберет сразу. За проигрыш. Конечно, этим очень нехороши эти 10 уровни. Тем, что очень много забирает при проигрыше. То есть без прем-аккаунта, без премиальных танков, ну, невозможно поддерживать работоспособность танков 10 уровня вообще. Ни 10, ни 9. Все в минус уходит. Любой бой у вас уходит в минус. Ну, вернее, как, не любой, там, не любой бой, но если вы играете непосредственно на танке 9 или 10 уровня, это как рулетка. Это как в казино. Всегда казино выигрывает. Всегда. И здесь то же самое. Всегда вы проигрываете. Даже если вы этот бой выиграли, вы следующие 3 боя проиграете. Или в минус уйдете. Ну что ж, давайте попробуем. Никуда нам лезть нельзя. Есть вариант купить, что-то там купить. Кто-то хочет что-то купить, но не знает, что купить. Странно. Я, допустим, знаете что? Присмотрел себе новую машинку, которая называется Peugeot 3008. 18-го года, ребята, очень классный вариант. Правда, стоит 2 миллиона рублей. Но, блин, классная, классная, красивая, офигенная. Просто нереально красивая тачка. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь есть вообще. И есть ли у нас возможность что-то сделать. Ой-о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 й
нет, 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 нет! Смотрите, какая лажа происходит, ребят. Это топовый дамаг! Не понравилось, да, тебе? И забираем мы там 10 уровня, самого главного у них. И мы ему говорим, пошел ты на... Ну и перезаряжаемся. Конечно, не только мы забрали его, забрали с помощью наших помощников, которые тоже неплохие, неплохие. И было бы здорово, если бы такие помощники у нас были бы еще. Ой-ой-ой, ушки, еще 4 хэви, нет! Ох ты, какой у нас хороший танк.
Мы 600 хп просто вот танканули и все. И нам плевать. Так, что-то у меня... Мой телефон такой сказал. Минус 20%. Вернее. Не минус, конечно, говорит, а осталось 20%. Подзаряди меня, пожалуйста. Ну и вот придется... Придется немножечко его подзарядить, ребят. Итак. Итак. Было бы здорово, если честно, взять вот этого вот танка. Отойди. Отойди, говорю, дебилоид. Мы сможем его повернуть? Да, вроде мы его повернуть можем. Но на самом-то деле я не знаю, сможем ли мы пробить вот того нехорошего дядю, который на громадном том танке. Есть смысл нам его там топить? Эти, подъехал 140-й и такой, а мы сейчас заберем его. Итак, 4-2. Только не надо меня стрелять, пожалуйста. Отлично. Промазюкал и отлично. Пожалуйста, еще разок. Отлично. Ну и здесь у нас самый неприятный вражина. Давайте перезарядимся. Попробуем. Благо у нас здесь перезарядка не такая долгая. Всего-навсего 31 секунду, полминуты. И здесь надо быть готовым. Давайте поедем вперед. Я не знаю, перезагрузился он, успел он перезагрузиться. И по идее мы можем забрать его, попробуем во всяком случае забрать. Надо стать где-то сбоку там. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Отлично, третий танк у нас. Забираем третий танк и идем смело на перезарядочку. На перезагрузочку. Сейчас мы перезарядим наш боекомплект и пойдем в бой. Хороший бой, в принципе, с таким уроном. Ну, сколько мы настреляли? Почти 3500. С таким уроном мы можем даже уйти в плюс. Ну так, нормальненько. Итак, смотрим, что к чему. Было бы здорово, конечно, если бы мы его забрали, но, к сожалению, мы его не забрали. Походу, нет, даже не знаю, кто его забрал. Там 704-й я вижу. Давайте попробуем все-таки подзабрать 62-го, если у нас получится. Не получилось. Кто-то у нас здесь поломался. Даже если что, он все равно у нас не сможет забрать все, что у нас есть. Да и походу мы тоже у него. А вот это очень неприятно крайне. Вот, блин, не хочется, не хочется. Еще. Да блин, твою ж мать! Там же этот кретин стоял на стерве. Короче, что же ждал, пока заберет танк. Блин. Три танка у нас. Ну, такое себе удовольствие. На самом деле, нет, на самом деле, конечно, удовольствие хорошее на этом танке 10 уровня. То, что мы настреляли более 4000. Ну, идем мы в небольшой плюс. Я думаю, где-то плюс 20 тысяч серебра. Давайте посмотрим, насколько я умею ванговать хорошо. Давайте посмотрим. Чистыми. Нет, чуть меньше 13 тысяч, но все равно. Но все равно. Давайте посмотрим, какое количество у нас здесь набранного
нанесенный урон нас не интересует. А вот 7 танков. Вклад в битву 7 танков. И теперь нам надо быть очень крайне осторожными. Поэтому мы пойдем на... Опять возьмем эту штучку, пантерку. И будем на пантерке 7 уровня. Будем попробуем замочить 3 танка. Ну, по идее, должно получиться. Давайте посмотрим, что из этого получится, ребят. Кстати, прошу вас подписываться на канал. Обязательно лайки ставить. То есть пальцы вверх или вниз. Тут уже... по вашему собственному усмотрению. Обязательно, пожалуйста, пишите комментарий, пишите в чате. В общем, давайте будем более такие вот, ну, постараться надо как-то вот не в одну сторону, что это все, чтобы это все было. То есть от вас тоже желательно, чтобы был какой-то ответ. То есть, вот смотрите, здесь у нас Ник Дэн, активный пользователь. Nvidia, по-моему, да? Активный пользователь, только куда-то пропал товарищ. Затем еще, по-моему, Рома один, тоже активный. Ну и не так много их, но в всяком случае давайте сделаем так, чтобы нас было больше. Итак, здесь в нашей в нашем бою нам нужно сваливать, если честно. Готово. Потому как, ну вот так. Наша задача настрелять как можно больше танков, как можно больше хп уничтожить. Пока мы не будем спешить вообще, посмотрим на ситуацию, какая может быть. На этом танке, конечно, я забивал, но, по-моему, ну, раз, ну, всего танка 2, на мой взгляд. Я, по-моему, больше на нем и не забивал. Итак, давайте будем посмотреть картину общую, что там у нас за картинка, как она выглядит и где какие вражины, куда кто идет. Нет, так-то вообще, если по пустым вагонам стрелять, то метко, все хорошо, все четко, но по большому счету мне кажется, что этого не хватает на самом деле. Итак, я смотрю, что по левой стороне вроде как нормально, вроде как мы можем даже куда-то ехать и особо никаких там... нету злых дядек, которые нас могут... Вот B-43, да, там немножечко опасненький товарищ. Вот, смотрите, сколько. Целых 2 такие шары вообще были бы... было бы круто, но, к сожалению, пока для меня они недостижимы. Итак, смотрим номер 1. 1 есть. Отлично. Кто-то меня опять там лупанул. Вот, зараза. Теперь его лупанули, ничего страшного. Переходим на голду. На голдушечку. И давайте попробуем что-нибудь здесь сделать, потому что, ну, это важно. Важно, правда, голда для меня не важна абсолютно. Здесь важно уничтожить несколько танков. И если у меня получится, то мне нужно замочить 3 танка. Какой-то ненормальный товарищ у нас здесь. Ну, бешеный какой-то, я бы сказал. Ах ты, елки. Горит. Горит до сих пор. Не попал. Не попал. Ну я стрельнул, но он не нажался, блин. Какая-то хрень, если честно. И вот эта вот хрень, вот эта вот... Готово. Непонятная, она... Да твою ж мать! Хорошо, что сдох этот мелкий. Просто очень хорошо, что он сдох. Потому что абсолютно тупое создание. Абсолютно. Так, ну давайте попробуем теперь, чтобы мы не сдохли здесь. Важно это нам. Да блин, какой он меткий. Вот, вот он меткий. Мне вообще непонятно, что здесь. Ну и где все эти стада? Где? А ну вперед. Одного танка всего лишь лупанул. Это вообще не серьезно. Ну да. Ты можешь.
О, даже я его замочил, прикольно. Еще один нужен. И как мы видим, там стерва и еще вот эта вот хрень непонятная. А может быть, у нас получилось бы стерву забрать, не? А, уже нет. Вот меткий вот тот вот товарищ. Он на меня как раз смотрит, хочет меня уничтожить. Получится его забрать. Еще разок. Да блин! Очень многие просто ждут вот именно конца, когда вот лишь бы набрать побольше фрагов, вот лишь бы набрать. Вот им, я не знаю, зачем им это, может быть, именно для этого же, для чего и мне, хрен его знает, может быть, вполне, кстати, да. Ну что, ребят, у нас остался всего лишь один фраг, и я думаю, что мы его заберем. Нам абсолютно плевать, что у нас тут минус, это все абсолютно все равно, нам один танк. Причем здесь, смотрите, мы тоже 830 заработали. Это тоже очень хорошо. Это просто колоссально. Это здорово. И давайте посмотрим, сколько у нас здесь осталось. 22 тысячи нам нужно, чтобы получить заветного... ну, заветный у нас Е50. А 8 уровня будет Пантера. Вот такая вот. Ну, ребят, идем в бой опять. Почему нет? Нам надо. Нам очень надо. Давайте пробуем. Единственное, почему, вот я проблему не понял, почему мы можем заработать только вот на одном боевой задаче, на одной, да, помните, а та, которая справа, выше, нет. Вот для меня лично вот странно это. Лично для меня очень странно. Ну, давайте посмотрим. После первого сразу можно, в принципе, выходить, получать удовольствие, идти на другом танке, на кранвагене, допустим, и опять тащить. Надо будет еще зайти в боевые задачи и посмотреть, что там и как. Ну что, поехал и казак, и в общем проехал. Играем с восьмерками, в принципе, неплохо. И давайте порвем. Сумеем порвать или нет? Наша задача замочить хотя бы одного танка. Самое основное. И после этого уже боевые задачи заканчиваются. Но для нас очень важно все-таки одного танка замочить. Я думаю, что мы его, конечно, замочим. Что тут? Ну, что такое из 15 одного забрать себе? Хотя здесь может просто играть закон подлости. В общем, как вы знаете, да? Итак, вот у нас такая фишка. Наше место знаменитое, во всяком случае, у меня. Смотрите, никто туда не идет. И здесь у нас может быть, конечно, проблемка. Ну, потому как сейчас они уже вазона 111 заберут. И на этом все. Считайте, что это направление мы профукали, просрали. Вообще непонятно, где все и почему такая лажа. Да, странно. Странно. Картина маслом. Очень странная картина, если честно. Я так полагаю, что я здесь буду долго ждать и никого не дождусь. Вот та картина, о которой в основном я вот говорил, да, то есть то, что касается один поле не воин, а здесь вообще, ну, все козлы, можно всех назвать козлами, потому что все тупо стоят на базе, это, конечно, просто колоссально. С одной стороны, вроде как они распределились, да, по позициям, там, по всему, ну, полностью вот, держат фронт, фланги все держат, но при этом как-то странно и непонятно.
Ну что, сможем кого-нибудь подзабрать, нет? Ой. Хе-хе. Да, мы так тоже умеем. Вот та пандерка как... Ух, блин, твою мать, тут еще арта у них. Вот молодцы, молодцы. А у нас арта где? Кто-нибудь слышал арту хотя бы здесь хоть один раз? Не. Потому что нет, никто не слышал ее. Вот, блин, забрать бы его. Да нет, не получилось. Ты долго будешь здесь стоять вообще? Ну, я понимаю, что ты можешь очень долго здесь стоять, но разве это серьезно? Там один хрен, которого, в принципе, можно забрать. Вот как раз это он. И я как раз его ни хрена не вижу. И у него там как раз было совсем ерунда вообще. Надо бы свалить, если получится. Было бы очень круто. Кстати, полная хрень. Полная вообще какая-то хрень полная. 257 там десятка или что там, восьмерка. А, подождите, это же защитник. Бедный, едет, обосравшийся такой, по полной программе. Никого не можем забрать вообще, но нам главное одного хотя бы кого-то забрать. Очень было бы здорово, если бы все-таки появился сейчас тот вот ПТ-образный гад. Вообще не понимаю эти восьмерки. Тут какой-то вшивый КВ-3. Вообще не понимаю эту ерунду. Да вы посмотрите, что происходит. Ребят, тут полная жопа. Я ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать. Тут юдесы всякие, хуюдесы там стоят на базе. В общем, какая-то жопа конкретная. Я не знаю. Ну, я, конечно, не могу переходить на другой. Ну, в принципе, никуда не могу переходить, потому что мне нужно именно на том танке замочить еще одного танка. Вот о чем думали вот этот Т-34, о чем думал Юдес, который вот стоит здесь. Он что, думает, что он что-то набьет? Ну да, враги сейчас пойдут сюда, он успеет врезать всего лишь 2-3 раза. Может быть, и на этом все. И на этом, ну, и сдохнет он, вот как последняя, я не знаю, шалава какая-то. Ну то есть я не знаю, что это за игроки и почему так вот Бог послал кусочек сыра именно на эту карту конченую. И карта действительно, кстати, конченая. Одна из самых конченых карт. Вот эта, она маленькая, она неприятная. В общем, непонятно. Непонятные игроки. Игроки тупые, реально. Вообще не пойму, что за Юдас третий, почему он всю игру здесь простоял. То же самое, как и все остальные. Там, например, 34-1. Не знаю. Какая-то лажа, полная лажа. Но, к сожалению, вот так вот сложилось, ВБР такой, и у нас лошар очень много в игре. Ну, вот, наверное, собрали всех и разместили в этом бою. Ну что там у нас, членоподобный? Членоподобный у нас сдался сразу, потому что абсолютно, ну, ничего не смог сделать, ребят. Как и, собственно говоря, и я ничего не смог сделать в этом бою. Итак, продолжаем, продолжаем. Наша задача забрать всего лишь один танк. Ждем.
очень крутые счета там приходят, просто минус 12 тысяч. В общем, бредятина полная. Естественно, мы ничего здесь не натащили, не затащили, ничего абсолютно. На самом деле, мне этот танк не нравится. Хотя он, конечно, не прикольный, он похож на танк 8 уровня, но он слишком, слишком бумажный, слишком у него пушка никакущая вообще. То есть, да, она вроде как меткая, сводится она хреново, правда, но она вроде меткая. Она вроде интересная. Но она не пробивает ни хрена, и ни хрена она не... Ну сколько она там? 115, по-моему, у нее урон, да? Вообще ни о чем. Там 115 или 130. Вообще ни о чем, абсолютно вообще ни о чем. То есть это абсолютно неинтересная техника на седьмом уровне уже, да? Посмотрим, что будет на восьмом уровне. Это уже будет довольно скоро. Давайте посмотрим. Ну и давайте изначально посмотрим, что у нас здесь. То есть 135 повреждений, ребят, это жесть. Бронепробитие 198, это, конечно, круто. 244 на голде, это, конечно, все круто, но это, ребят, ни о чем, по большому счету. Когда у нас средний урон 135, это просто смешно. Можно там начинать ржать уже прямо сейчас. Бесполезная штука, бесполезная шняга, бесполезное амно. Итак, ЛТ если есть, то... ЛТ нет. Хорошо. Ну смотрите, решили ребята идти по низу, молодцы. Сейчас стреляю и убиваю. Не? Ну, нет, так нет. Обратите внимание, арт у нас тоже нет. С одной стороны, это тоже хорошо. Опять мы находимся внизу списка. Где-то пилотка там катается. Наша задача просто на добивание быть где-то вот непонятно где и просто тупо добивать. Итак, мы видим здесь Т-34Б черного цвета, американский танк премиальный 8 уровня, премиальный, как я так сказал. Ехай, родной, ехай! Что же ты не ехаешь? Какая-то байда. А тебе-то что здесь надо, чучело? Нет, здесь, конечно, смысла мне вообще не отстоять, если честно. Абсолютно. И мы поэтому уедем. Мы помчимся на оленях. Видите, он, ну, как бы, ну, с одной стороны, нормальный вроде бы танк, да, с другой стороны, ну, по стрельбе я имею в виду, а с другой стороны, как-то вот под вопросиком. Итак, 2-0 у нас, и пока ни одного танка из этих двух я не забил. Пока не замочил. Давайте смотреть дальше, что у нас будет. И попробуем все-таки ворваться и кого-то забрать. Потому что, ну, важно, на самом деле, важно уже заканчивать с этим седьмым уровнем. Потому что, ну, действительно, тошниловка, если честно. Как-то все-таки, ну, для меня хочется больше на каком-то восьмом уровне играть все-таки. Несмотря на нервы, несмотря на всякую эту кашу, ну, хочется все-таки больше... восьмого уровня, чем на шестом, там, на седьмом уровне возиться. Одно хорошо в этом танке, это скорострельность 3,7, это очень хороший показатель, безусловно, просто здоровский. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь и что к чему. Ага, здесь у нас ничто и ни к чему.
Непонятно, здесь мы уже не попали. Здесь мы уже не попали, и непонятно, когда мы тут попадем, если честно. 4-2. Тоже мы не попали. Готово. А там эта пилотка, блин. Неважно, поехали. Нет, не наносим мы удар, не наносим мы урон. Подведу гусеницу. Готово. Ну, черт, они меня видят. А я-то не знаю, видят они меня или нет. Оказывается, да, оказывается, все хорошо, видят прекрасно. А я опять ведусь на те же самые ПТХи. И вот П-43 террор решил поехать. Что у нас здесь? Он прям вот так вот в наглую решил поехать. Зараза, этот... Честно, этот говнюк меня достал. Да какого ты лезешь, придурок, в твою дивизию? Чё ты лезешь-то? Я не знаю, вот с какими-то идиотами приходится постоянно фигачить. И эти идиоты меня просто однозначно бесят. Да твою мать! Вот, вот видите, в чем проблема в этом танке? В том, что он ни хрена не сводится, блин. Он просто... Ни хрена не сводится. Мы давным-давно уже могли забрать кого-то, но нет. Задача забрать хоть одного танка. Здесь всего лишь два танка остается. И, конечно же, нам тут полная жесть. Где-то здесь находится ПТ. По-любому где-то здесь. Я не знаю, в чем дело. Почему все такие тупые. Но стопудово здесь находится ПТ. Странно. Сволочь, он вон там находится, в самом конце, в самом заду. Вот гнида, а. Ну да, к сожалению, здесь его нет. Вот такой вот танк, ребят, видите, то стреляет, то едет, то не едет, то может, то не может. И замочили, конечно, они его где-то там. Ну что ж, нам все равно придется на этом танке играть и попробуем, посмотрим, получится, не получится сейчас добить уже что-то. Ну, как-то надо уже, блин, получать очередные 5000. На этом, в этом бою мы заработали опыта где-то, ну, может быть, там 200-150 я бы дал. Ну, то есть какую-то фигню, ну, в любом случае, крайне мало и крайне неинтересно играть на этом танке, вот лично мне. Когда только в него сел, ну, чувствуется, что вроде как танк, ну, нормальный. Нет, 450.
Но как-то, ну, слишком как-то нерезультативно на этом танке играю я. Как-то он меня, блин, не знаю, не доставляет мне он удовольствия вообще. Кстати, да, конечно, я не дурак и не буду здесь вот фигачить, вот это вот покупать там всякую тушнягу. Моя задача вот, 22 тысячи осталось, и в принципе, если я сейчас забью, останется 17 тысяч, и потом еще в другом месте можно десятку заработать, и останется всего 7 тысяч. Возможно, так сегодня и получится, но мы на это посмотрим. Мы посмотрим, потому что, ну, фиг его знает. Тут я уже играю больше 2 часов, довольно сложно это будет играть. Ну, посмотрим, посмотрим, ребят. Итак, конечно, здесь мы никуда не спешим, ни в коем случае. Опять же, как обычно. И просто едем, вот лишь бы ехать, куда-то едем. Ну а там посмотрим. Ставим здесь за кустиками, для начала вот в этом месте. Мы здесь в середине списочка. Вроде неплохо. Итак, у нас есть 3 ЛТ, но ни одна ЛТ не поехала туда, куда нужно ехать. Вот ни одна. Как тут быть, я не знаю. Это уже проблема, ребят. Все 3 ЛТ уехали хз куда. В первую очередь нужно, конечно, светить всегда здесь. Но, к сожалению, вот с кем играем, сразу видно, что вот там встал чудо-юдо. И на этом все. Непонятные вообще игроки, если честно. Ну как непонятно? Все понятно, конечно. Лузеры. Пети и все такое. Итак, ну давайте посмотрим, что у нас есть вообще, какая возможность есть. Кстати, карта хорошая, карта интересная, карта играбельная вполне. Кто знает, люблю я пески и получаю удовольствие именно от этих карт. Итак, вот, ну, всем понятно, что вот здесь вот просто гигантская куча народу. Ну да, 430-го я взял и пробил, ага. Не, я пробил новую, единственное, что я его пробил чисто в затылок. Это непонятно, каким образом получилось, но просто ВБР решил, что надо мне что-то тут стрельнуть немножечко. По-моему, я даже не могу здесь стрельнуть ничего. Опа, видите, как надо. Готово. Твою мать. Ну, какая хрень? Какая хрень это сделала? Вот какого хрена это было сделано? Я уверен, это какая-нибудь сраная арта. Ну, как обычно, все делается вот с помощью арты. КВ-4 идет по низу, никто не видит, никто не смотрит, никто не обращает абсолютно никакого внимания на это. А, собственно говоря, зачем? Ну, идиотов хватает, вот ему падло вылезти, вот он здесь и стоит. На самом деле здесь уже КВ-4, вот он. Сейчас он будет задом меня толкать, идиотоподобный.
надо. Дайте мне его замочить. Да твою мать, какого черта ты здесь стоишь, урод, блин! Гнида, блин! Видите, мажу. Надеюсь, я сейчас... Ну, вы знаете, я не знаю, если я сейчас замочу этого придурка, что из этого получится. Я не знаю. Но вполне возможно, что получится какая-то, ну, несусветная лажа. Дело в том, что... Меня могут забанить даже элементарно. Пошел нахрен отсюда, урод. А это урод конченый. Самый настоящий урод. Вот этот 1390. Просто он конченый урод. Вот давайте посмотрим. Он забрал именно моего танка. Гнида. Тихо, сильно не надо лезть. Опять сейчас заберут, блин. Твою дивизию, а? Да идите в жопу, арты. Это мой танк. Они забрали его, блин. Конченые ублюдки. Пробил. Ну, блин, я не представляю, что это за шлюхи вот так вот делают. Какие-то уроды конченые просто. У меня нет слов, ребят, у меня нет нормальных слов. Я тут везде подлезаю, подъезжаю для того, чтобы сделать что-то. А эти конченые ушлепки, они стоят где-то хрен знает где. И просто тупо наносят урон и все, и забирают просто. Ну, как не сказать, что они конченые. Самые настоящие конченые. Вот, занимайтесь этим дебилом. Ты что, будешь до сих пор меня лупить? Я не хотел бы. Да блин, вот ни одна сволочь сейчас не стрельнет по нему. Потому что, ну как они по нему стрельнут-то? Нет такой возможности по нему стрелять. Мозгов-то у них нет, чтобы приехать сюда, этот конченый лист там. Я не знаю, у меня тут не сводится ни хрена. Пошел отсюда. Надеюсь, что меня не лупанут. Очень надеюсь на это. Очень надеюсь, что меня не заберут. Потому что реально конченое говно, просто терпеть не могу. Ехайте, миллион народу тут, ехайте. Это ты вообще, ну, я не знаю, сколько им лет, там по 3 года что ли там, я не знаю вообще, что за дебилы. Иди, подъезжай, наноси урон, придурок. Не, он будет стоять до тех пор, пока я не сдох. Говноподобное вот это вот. Непонятное, вот вообще непонятно, что он там себе думает. Какой-то баран просто, без роги. Блин. Он еще и забрал этого. У меня нет слов, ребят. Мне вот реально, вот что за дебилы кругом? И вы знаете, это как раз о том, что один в поле не воин. Опять же,
Я еду по центру, везде все свечу, эти конченые придурки стоят где-то там по краям и что-то делают. Ну что за дебилы? Естественно, в минус, естественно, в минус, но... И опять я небесного цвета. Что за херня, блин? Почему? Я не знаю, я когда-нибудь тут кого-нибудь замочу, нет? Не представляю. И опять я небесного цвета, короче. Ну и что же я замочил игрока, который, ну, конченый. Ничего за это меня оставить с, опять небесного цвета, небесно-синего цвета. Что за бред? Опять 3 дня буду такого цвета. Ну, на самом деле, ничего смешного нет. Ну и что ты там стоишь? Кого ты светишь там за стеной, дебил? Еще один. Вы посмотрите. Отвали отсюда, дебил. Я не знаю, что у них с мозгом вообще, у этих дебилоидов. Если я кого-то нечаянно сейчас лупану, мне хана. Все. Ну, как вы понимаете, света никакого, вот кроме как чуточку. Как я попал, хрен его знает. И опять, конечно, сейчас арта его заберет и все. Ладно, смысл-то не в этом, смысл в том, чтобы получать удовольствие от игры, но это вообще абсолютно нереально, абсолютно невозможно. А, он уже здесь давно, понятно. Зарядил. Для этих ушлепков самое главное — это взять базу и все. И, конечно, сейчас его заберут. Готово. С другой стороны, да блин, зачем базу брать, идиоты? Какого черта брать базу, идиоты? Вообще не понимаю. Ай-яй-яй. Вот наш ЛТ стоит здесь у нас на базе. Полный идиот, полное сокровище идиотизма. Полная лажа какая-то. Вот не пойму я, что он здесь делает. Вот что ты здесь делаешь? Чудик, что ты здесь делаешь вообще? С другой стороны, он светит. Ты, ёлки зеленые. Надо близко подходить. И здесь опять забрали. Да что ж такое нахрен? Что происходит вообще? Где?
какая-то хрень. Дайте забрать танка этого. Идиоты на базе стоят, вот просто класс. Идиоты номер класс. Ничего не понятно вообще. Как с этими идиотами можно играть? Я не знаю. Я просто, к сожалению, у меня почему-то не работает ни хрена здесь. Я не вижу, кто из них дебил, кто не дебил. Вот. Для идиотов самое основное, вот для дебилов самое главное — это занять базу. Ребят, если вы играете в бой, играете в World of Tanks, вы должны понимать, что вам очки забивают, ну как, очки начисляют не за то, что вы берете базу. За базу вам, конечно, дают там какие-то, но это совсем не то, что можно было заработать с помощью какого-то урона. Самые основные очки нам дают именно за урон. Только в этом случае мы можем что-то сделать. Но если вы дебилы, то, конечно, вы будете стоять на базе и брать базу. Ребят, дебилов у нас крайне много в нашей игре. О, я не знаю, с чем я вообще качаю этого Е50, если там будет просто, опять же, одна вот хрень, которая, ну, это будет одно унижалово, это будет одна вот головная боль. И вообще всегда, если вы играете больше 2 часов в сутки в эту игру, то для вас все становится, ну вот как я говорил в самом начале, да? Для вас это становится, как будто вы играете в казино. Вы все равно проиграете, все равно. Даже если вы будете выигрывать по статистике, да, то в любом случае у вас будет полная жопа на душе. Просто потому, что у вас команда всегда говно, всегда. С какой командой вы бы не играли, всегда говно. Любой, вот этот говно, этот говно, этот говно, этот говно. Все люди, которые здесь играют, это все говно. Потому что команда — это не команда, которая состоит из говна. Команда из говна — это говняная команда. Вы же понимаете, да? Вот, а чтобы была нормальная команда, реально хорошая команда, да, нужно создавать свой собственный взвод, играть кланом, может быть, каким-то, я не знаю, но по-другому никак. Играть с говном всегда вы будете, вот, и вы будете говно. Ваша статистика будет говняная. Ну, естественно, команда говно полная. Но, к сожалению, так. И, кстати, игра — это говно, если честно, потому что, ну, разлагает она людей, она не как вам сказать-то, не заставляет людей, наоборот, как-то вот соединяться, да, создавать какие-то единые группы, что-то делать, ну, такое вот мощное, да, для защиты. Нет, наоборот, каждый сам за себя, каждый вот сосет свой палец, и вот, ну, то есть какая-то лажа непонятная. Вот. И, честно говоря, по большому счету, хорошо бы эту игру запретить с политической точки зрения, но, боюсь, никто как так глубоко копать не будет. Никто в этой игре не увидит каких-то политических там, политического глубокого смысла, который действительно может привести к катастрофе. Ведь нашу игру смотрят очень много малолеток, молодежи, ну такой вот, я имею в виду малолетки, кому малолет там. Ничего обидного здесь нет в этом словосочетании малолетки, просто, ну вот, ну так. Просто мало лет, мало опыта и мало жизненного опыта. Это топовый дамаг. Ну хорошо, меня хоть не пробил Е25, и то приятно. Крайне, причем крайне приятно. Опять там лажа сидит какая-то, и все. Там бедных 2 танка. Здесь у нас 2 тяжа стоит, и ничего не делает. Просто жесть тоже. Если честно.
Ну что, как вы понимаете, ПТшки у нас здесь, много ПТшек. Я не понимаю, что они стоят, вот эти дегенераты. Ну, посмотрим, будем что-то думать, будем на что-то рассчитывать. Так. Просто если я сейчас пойду в бой, то ну не факт, что я тут что-то сделаю. Хотя давайте попробуем. Скорее всего, что я даже не замочу вот этого товарища. Просто получу по башке от всех подряд. Давай! Ну хрен с ним. Хотя бы одного фрага, наконец, этого долгожданного заберу. И на этом все. Ну потому что, ну хрен с ним, ну правда. Фух, хотя бы вот так вот. Хотя бы ценой собственной жизни. Но, смотрите, наши стоят на базе. Все. Никуда никто не хочет идти. Почему? Потому что времени до хрена. И все ждут, пока вот... Все именно занимают оборонительную позицию. И это бесит. Не будем никуда уходить из этой карты, из этой игры. Сейчас из этого боя выходить не будем, потому что, ну, будем просто смотреть, как и что у нас происходит. Обосравшиеся вот эти ребята на трех, вот два тяжелых танка, да. Там какой-то танк шестого уровня. То есть я вообще не понимаю, что здесь происходит, если честно. Какая-то непонятная лажа, все просто подставляются и хрень полная, если честно. Вот этим двум тяжам, 50 тонн, да, ФЦМ, и они поехать вперед просто, ну вот как я, допустим, замочи ты врага ценой собственной жизни, ну хрен с ним, ну замочи главное. Нет, он выставляется, получает по башке, ничего не делает в ответ, просто получает по башке и отходит назад. Сейчас он пойдет вперед, получит по башке, сдохнет и ничего не сделает, даже не нанесет ни одного урона. Вот такие, такие у нас игроки. К сожалению, я не могу видеть статистику этих игроков здесь по какой-то причине. Хрен его знает. Может, надо моды обновить, там фиг его знает. Дураки какие-то. Честно, я вот смотрю, я вот, ну, практически можно ржать здесь. А вот как люди делают видосы насчет того, какие крутые игроки, да, можно делать тоже видосы по поводу, какие тупые игроки. Ну, вот. На Они просто идиот. И на ФЦМе, ну просто тоже какая-то лажа. Не представляю, как так можно играть, как можно быть такими дебилами. Вот просто вот сидят и ждут, пока вот выйдут. Никаких технических, никаких тактических вообще у них нет способностей, возможностей. Что за наследие у нас, я не знаю. И сейчас, конечно, все будут получать. Ну, то есть мы проиграем однозначно в этом бою, ребят. Однозначно. Вот давайте посмотрим, прав ли я или нет. Вот в этом бою я считаю, что однозначно мы проиграем. Неважно какой счет, но я лично считаю, что мы просрем полностью. Сейчас кана нашей арте, вернее вот этой, да, арте хана. Так, естественно, сейчас заберут ФЦМ 50, но это однозначно, тут вопросов нет. И давайте перейдем на кого-то другого, кто здесь самый умный-то. Самый умный оказывается Т-28 Протвень. То есть вот это вот чучело на ПТ стоит здесь на базе. Ну, понятно. И АТ-15 тоже. Ну, какие-то дебилы, откровенно я вам скажу. Вот это два основных дегенерата, ребят. Это два основных дегенерата, из которых мы все и теряем. То есть они считают, что они стоят на базе. Это круто. Ну, конечно же, они ПТ-шки. Все уже становится воздействие нашего, ну вообще наша прерогатива, да. И посмотрите, как круто пробивают противня, ну просто на ура, просто классно. Вот они, хорошая у них команда, наступают, молодцы. Наша же какая-то, ну, нереальная лажа, честно. Ну, заберем мы сейчас этого террориста П-43. Но все равно у нас лузеры какие-то, у нас лохи просто здесь. Не знаю, куда здесь еще идти, но мне кажется, ну вот Е-25, что он может здесь сделать? Забрали самого главного, самого основного противня, забрали, ребят.
Е23, 25 тупо перевернулся. Он уже не ходок, он уже не игрок. И отсюда можно переключаться, ребят. 8-12. Вангование мое очень круто на самом деле. Можно ставить ставки на какие-то виды спорта и выигрывать там, я не знаю, действительно много, но в данном случае происходит, ну, как вы видите, полная лажа. То есть Е25 тупо перевернутый, он не может ни стрелять, ничего не может, он тупо сгорел. 8-13 счет, лев вражеский подходит, АТ непонятно что делает, ну, соответственно, получает по жопе. В общем, полная какая-то хрень. Единственное, сейчас может 29-го забрать наша арта. Ну вот она остается одна. Непонятно, что и, конечно, делать. Ну, в общем, полная жесть, как я и сказал. Игроки полностью конченые, дебилы. Ну, 100% дегенераты. Ну, как ни крути, ребят, но это так. Потому что, ну вот так вот примерно. Ну, наша задача была не обсирать нашу команду, а наша задача была просто замочить одного игрока. И мы это сделали наконец-то. Фух! Действительно голимая техника, но мы должны ее пройти обязательно. Давайте посмотрим, что нам за это дали. Ну, должно быть больше 5000. Конечно же. И давайте посмотрим, насколько больше 5000. Давайте глянем, что у нас здесь. Итак, 5, то есть мы, наш на этом бою, 185 всего лишь. И 5000 нам бы дали непосредственно за выполнение. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь было и что мы можем. Все, задача выполнена на день, все, недоступно, поехали дальше. Вот здесь, что мы, вот я не пойму, вот эта звездочка, что она обозначает. То есть мы на немецкой технике можем сделать, вот, уничтожить одну машину противника и получаем 5. То есть мы можем просто немерено вообще наносить. Но я не понимаю, по какой причине здесь ничего не получается. Мы же на немецкой технике, правильно? Давайте посмотрим. Это немецкая техника? Да, это немецкая техника. Давайте посмотрим еще раз. Задачи. Вот смотрите. По идее, за каждый уничтожить машину. Машину одну. Ну, было бы, конечно, здорово, что за каждую машину мы получаем по пятерке, умножить на 10. Было бы здорово. Давайте посмотрим. Но, во всяком случае, я не понимаю, почему сейчас... Ну, по идее, сейчас уже все здесь закончили, здесь недоступно, нигде уже недоступно. Давайте пробовать. Не знаю, в чем дело. Давайте посмотрим. Нам надо замочить один танк и понять, в чем дело. Почему мы не можем... почему у нас не уничтожается... Боже, как, опять эта конченая, сраная карта. Ребят, это самая сраная карта в игре. Просто это конченая какая-то карта. Я просто ее ненавижу всем, всей душой. Ну, наверное, потому что это какое-то вот последствие совдепии. Какой-то непонятный хлам. Какой-то зэковская какая-то карта угнетающая. Просто говно. Отлично, отлично. Поехали дальше, ребят. Так, наша задача замочить хотя бы одного танка и посмотреть, получится или не получится. Получите еще пятерочку. Потому что нам осталось всего 17 тысяч. Это не так много. Фух. Ну давайте, давайте опять с восьмерочками чуть выше мы находимся. Так, включаем голдушечку и идем в притирочку стеночки. Не получилось немножечко. Ну и давайте посмотрим, что к чему. Опять этот самолет здесь. Странно, он просто исчез и все на этом. Ой. Вообще, голдушечку здесь рановастенько. Просто попадание и не пробитие. Оригинально. А как он меня? Охренеть, я же свечусь как собака, да? В
Ну и где ты там? Готово! Не, если я здесь буду стоять, то, конечно, я тут ничего не стреляю. Я имею в виду, что вот эти вот чукчи, которые здесь вот так вот ездят, ну, они все себе позабирают. Вот там хороший вариант на ЛТшке. Кто-то. Не пробиваю вообще, ребят. Это топовый дамаг. О, пробил кого-то, уже хорошо, ладушки. И опять мы находимся впереди планеты всей. Странная, если честно, штука. Надо бы нам как-то так стать, чтобы мы... Ай-яй-яюшки, ребятушки, все, это жопа, это жопа! Готово! Это топовый дамаг! Я не понимаю, в чем дело, где все идиоты сраные, вы че там охренели что ли, просто? Не надо. Да твою ж нахрен мать, идиоты, блин. Я не могу уже. Я уже не могу играть в эту вшивую игру, честно, блин. Уже не могу, уже сил не хватает. Вообще, кстати, я скоро очень закончу в нее играть, если честно, потому что очень много отнимает времени. Ну и возрастной ценз у нее уже, ну, не такой, да, наверное. Мой возраст уже для этой игры уже слишком. Уже слишком очевидны все вот эти вещи. Для чего в этой игре мы играем? Итак, давайте посмотрим, что у нас все-таки. Может быть, у нас получится... Да, давайте выйдем на этом танке. Там же тоже немецкий танк где-то у нас, да? И давайте посмотрим, что мы сможем на этом танке поиметь, если мы забьем... одного хотя бы гниду вражескую. Кстати, ребят, хочу сказать относительно вот врагов, да, тоже чисто политический вопрос. На самом деле все люди братья на земле. Все. Просто есть ушлые люди, которым, ну, ушлые или те люди, которые любят деньги, ради которых они готовы продать собственную маму, папу, семью, родных, близких, страну. И вот такие люди, они выходят в элиту в государстве. И эти люди уже составляют какую-то вот политическую элиту, так сказать. То есть на самом деле это самая чернь. Самые гнилые люди, которые там есть. Вот вообще в нашем мире есть самые гнилые люди. Это и есть эта элита. Это и есть эта чернь. Самые, вот самые что ни на есть, да? И вот эти вот люди, они, чтобы себе заработать кучу бабла, они посылают вас на войну. Они объявляют войну и просто вас посылают на войну. Ребят, и все войны... Мы можем обойтись без войны. Абсолютно. Но есть, опять же, повторюсь, есть чернь, есть люди, которые посылают нас, которые создают эту войну искусственно и посылают нас на эту войну. Ребят, я, если мне придется, никогда не возьму в руки оружие для того, чтобы защищать свою родину. Потому что понятие родины – это чисто политическое понятие для достижения вот такими ушлыми людьми своей цели, личной цели. Нет понятия родина на самом деле. Есть понятие родина не в политическом плане, есть понятие в... географическом, не знаю, в каком-то личном понятии. Вот родина, люблю родину, люблю цветы, люблю деревья, люблю животных, люблю проводить время, люблю цветочки, люблю медведей и все такое. Это да. Но когда идет понятие патриотизм, защищать родину от врагов, ну, на мой взгляд, это уже хрень собачья. Когда... Дело в том, что когда мы наносим... Так, остановись. Вы видели эту хрень? Когда мы наносим... Сейчас попробуем, секунду. Зарядил.
Твою мать, как это бред? Ну остановись. Сейчас ты, конечно, попадешь. Отлично. Хорош. То есть, ну, грубо говоря, ребят, вы поняли, да, что это чисто политическая тема. Только для зарабатывания бабла. Готово. И не более того, ребят. И не более того. Только для денег. И мне хана, ребят. А вроде еще не совсем. А, ну там уже, да, там уже нас светят хорошо, и нам хана. Точно. Ну вот этот кретин стоит, видите? Ну, то есть куча народу, которая вообще непонятно что делает. Ну, то есть мы тут просрём, вот, наверное, 100%, потому что чучелы у нас в основном стоят чисто. Вот нормальные люди, они пошли в бой, вот сразу пошли в бой. Ну, как вы видели, их было там 2-3 человека. Основная шушера находится вот здесь. Всегда будет стоять здесь. Поскольку она стоит здесь, это трусы. Ребят, с трусами ничего мы не можем сделать. Большинство в нашей стране, большинство трусов. А знаете, как трусы проверяются? Если ты один способен сказать нескольким людям, которые на тебя нападают, нет, или способен как-то попробовать дать в морду, отбиться, в этом случае, ну, ты не трус, ты смелый, ты достойный человек. А если ты только в толпе, вот такой вот, да, там типа вас 3-5 человек, и ты там такой, да я там вас всех порву, вот ты самый настоящий трус. И вот именно вот в таких местах, ребят, проверяются именно трусы. Кстати, если вы находитесь в школе, и на вас нападают сразу несколько человек, знайте, что там каждый из них, каждый из этих всех в этой тройке, трусы. И каждого вы можете одолеть один на один. Каждого. Запомните это, ребят. Ну, а про нашу страну, да, у нас все только такие вот. Ну, есть, конечно, там процентов 35, может быть, ну, 30 нормальных, достойных людей, не трусов. А все остальное какая-то шушера непонятная. Ну и в играх точно так же сидят на базе там. Ну, в общем, сами знаете. Итак, давайте самый ответственный момент сейчас посмотрим. У нас была немецкая техника 7-го, по-моему, уровня. И давайте посмотрим, что же мы на ней настреляли. Получилось ли у нас получить какую-то вот 5000 там или... Нет, 5000, конечно, нет. Вот всего 124, но смысл не в этом. Давайте посмотрим задач. Если нет, то заканчиваем. Нет, ребят, нет, не получается. Не получается абсолютно. Давайте посмотрим еще, что за хрень. То есть здесь нам нужно выбрать машину. Я, так, или я дурак, или лыжи не едут. Давайте выберем машину. Нам нужна немецкая техника. Здесь нам предлагают российскую, только советскую, да? Что за бред? Что за бред? Вот смотрите, навожу. Нация немецкая показана, список наций немецкая, да? Здесь пытаюсь выбрать немецкую, которая, во-первых, есть в ангаре, и нам не предлагается немецкая нация. Какого хрена? Хорошо, давайте так. Может быть так? А почему нет? Что за бред? Что за бред происходит? На советской технике уж точно я не буду здесь играть. Абсолютно мне абсолютно не интересно. Я не вклад в битву СССР. Ну хорошо. Может здесь эта штука? Но почему тогда вот здесь нарисована немецкая техника? Вот, посмотрите, немецкий флаг. Нация немецкий. Пожалуйста. Очень странно мне вот эта вот хрень. Ну, на советской технике я абсолютно не буду здесь гонять. Мне это абсолютно неинтересно. Не может. Так, давайте посмотрим. А, или здесь список целей. Нужно уничтожить немецкую технику. Твою дивизию, а.
А здесь тоже так написано? Ну, навожу и что? Давай. А что такое? Обосралась, что ли? Какая-то шняга, если честно. Ну вот, опять поставил. Я хочу посмотреть, без всяких. Не нажимаю, ну. Бред. Твою мать, бред. Ну, короче, смысл в том, что нужно на этой вонючей технике, на советской, некрасивой, абсолютно дебильной, надо уничтожить немецкую технику. Да пошли вы в жопу, нахрен мне ее уничтожать. Мне нужно, короче, сваливать уже. Так, ну, ребят, на этом все. Спасибо, что были, спасибо, что посмотрели, ребят. Рад, что вы здесь были, рад, что вы вообще, в принципе, присутствуете. Заходите на мой канал. Добро пожаловать, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх или вниз, если вам не нравятся мои критические замечания. Ну и на этом все, ребят, давайте будем заканчивать уже. Еще раз спасибо всем. Ну, а на этом мы заканчиваем, ребят. Сейчас только попробуем перейти, сделать музыку чуть погромче. Хотя мы можем и здесь сделать ее погромче. Если нам разрешит наш все-таки завистливый компьютер. Итак. Вот так, в принципе, мы можем здесь сделать как-то. Ну отлично, ребятушки, на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что вы были. Большое спасибо, что заходите. Большое спасибо, что вам нравится. Добро пожаловать. И всем, друзья, удачи. Пока.